спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Воскресенье в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, днем 25-27 градусов, ночью плюс 16, плюс 18. Ветер северный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани на небе облака и небольшой дождь, днем плюс 26, ночью 18, выше 0. Северо-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 25 градусов, ночью 17 с плюсом, ветер северный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь и гроза, днем плюс 24 градуса, ночью 17 выше 0. Ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 56%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.